уже давно две трубы не дымились, на кирпичи разобрали проход, двигатели заржали, механизмы остановились, выбили стекла и даже рамы. Электрический свет погас. Люди сбежали отсюда с перелетными птицами. Рабочий поселок замер и словно искра угас. И теперь стоят эти стены под проливными дождями. Ни дворник, ни слесарь больше по территории не пройдут. Выбита штукатурка холодными злыми ветрами. Когда же солнце в эти края закон, и люди покинули место, хотя для этого не было серьезных причин, а жить было хорошо, трудно, но интересно. Так скажут вам Хальмерью, Кадыкчан и уйти. Уже давно две трубы не дымились, на кирпичи разобрали каменный свод, двигатели заржавели, механизмы остановились, выбили стекла и даже рамы пустили в расход.